впечатляет, да? Тебе такое ни за что не повторить, парень. Я взлетаю прямиком в небо на крыльях восходящего ветра. Этой виртуозной техникой восхищаются даже мои соплеменники Рито. Именно благодаря мне и моему непревзойденному мастерству мы победим это бедствие Ганнона. Так что, Ривалли, лучший лучник народа Рито, я, то есть... Да, определенно, именно я являюсь последним лучом надежды в решающей битве с Ганноном. И вот меня, героя, заставляют помогать тебе. А все потому, что ты носишь дурацкий меч чего-то там сокрушающий. Ха! Да это курам насмех. Что? Обиделся, что ли? Тогда, может, решим вопрос по-мужски? Где же нам драться? А, да прямо там! Совсем забыл. Тебе же, бедняжка, туда самому не добраться. Ведь так?